Ряд российских проармянских экспертов и политологов армянского происхождения все активнее вбрасывают в медиапространство тезис о допустимости и необходимости ракетного удара ВС Армении по объектам нефти и газовой инфраструктуры Азербайджана. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Подобного рода призывы должны классифицироваться как призыв к осуществлению терактов в отношении указанных граждан российскими правоохранителями. Должны быть возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ, написал эксперт, отметив, никакие симпатии к Армении, искренние или оплаченные, не должны конвертироваться в призывы к осуществлению терактов против Азербайджана.